Так, продолжение. Это первый день, но уже такая вступительная часть, экскурсия. В чем эффективность ретрита, чтобы у вас было понимание, осознание самого процесса ретрита, как он работает. Давайте сразу сделаем такую, можно сказать, практику, поработаем со вниманием. Почувствуйте ощущение «я». С открытыми глазами почувствуйте тонкое чувство, которое как отклик, где вы чувствуете, когда вас называют по имени. Ну и покажите субъективное это место. Вот оно, может быть, центр груди, может где-то еще. Вот просто обозначьте, покажите, пожалуйста. Ну, вот это показывает центр груди. Сердце. Хорошо. Вот и я. То есть вы почувствуете это вот там Алла, Катерина, Яна, Живан, Андрей. Вот когда ваше имя, Игорь, Иван, вот когда ваше имя, вы чувствуете, да, вот раз, откликается. Все. И сейчас у кого голова, перенесите сейчас на время сейчас эксперимента, этой практики в центр груди, в сердце. Я. Вот сюда, я. Так, и теперь посмотрите, откуда происходит наблюдение. Откуда вы наблюдаете за ощущением «я» и за всем окружающим. И тоже субъективно покажите место, откуда раскрывается наблюдатель. Откуда вы наблюдаете. И тоже движок кто-то показывает центр груди. Кто-то из головы, сверху над головой. Можете показать. Лоб, третий, ну как третий глаз. У кого-то может глаза быть. И бывает там затылок, плечи. Секунду. Да, я наблюдатель. И теперь будь наблюдателем. Вот сейчас улови вот это наблюдение и просто будь наблюдателем. Все, просто тотальным наблюдателем. Сейчас не оцениваем, где у кого, не сравниваем. Просто будь наблюдателем. И можешь написать в чате, как изменилось твое восприятие. Я почитаю, что изменилось в твоем восприятии, точнее так. Всего спокойное целое, спокойствие, полное присутствие, объемное, безоценочное спокойствие. Внимание во все тело перешло, все тело ощущаю в потоке. Возник вопрос, где это и сейчас, и что в свою жизнь мы впустили? Где это я и что в свою жизнь мы впустили? Так, плотнее общее стало более центрировано, спокойно, хорошо. Стало тепло. До тела было холодно. Присутствие. Транс. Действовать не хочется. А зачем тебе действовать? Просто откуда этот вопрос? Зачем тебе действовать? Просто наблюдай. Сейчас ты наблюдатель. Это привычка действовать. Значит, что надо что-то делать, чтобы жить. Вот. Но для того, чтобы жить, не надо ничего делать. Для того, чтобы быть, не надо ничего. Это просто есть. Просто наблюдение сейчас. Спокойствие расширенное. Просто я есть. Супер, хорошо. И сейчас будь просто наблюдателем. И еще можешь внимание обратить на дыхание.
Можешь или прямо сконцентрироваться на дыхании, или просто обратить внимание, что происходит дыхание в этом моменте. Вот ты наблюдаешь, вот и есть процесс дыхания. Процесс вроде бы он как растянут во времени, но само дыхание происходит здесь и сейчас. Всегда. Вот, и вот так ты можешь сейчас как узреть, осознать этот момент. Вот наблюдай, просто будь наблюдателем, наблюдай за дыханием и за всем происходящим. Вот, и осознавай вот этот момент. Вот то, что называется настоящим моментом. Настоящий момент. Он так и называется. Настоящий. Но только этот момент настоящий. Все остальные моменты не настоящие. Еще раз, если там куда-то пошло, в воображение, в кино, в представление, раз, опять. Наблюдатель, нашли, где он. Откуда наблюдение? Я наблюдатель. Дыхание. Можете резкость навести в восприятии, ну, вот этой действительности, в которой вы находитесь в пространстве. Вот, и осознавать этот момент. Все здесь? Сейчас? Осознаете этот момент? Этот момент. Хорошо. Не можете его удержать. Смотрите, вы его не теряли. Это всегда здесь. Да, давайте сейчас потренируемся еще. Я такими вопросами, как чтобы в этом в осознании закрепиться. Именно в осознании закрепиться. Не в моменте закрепиться, а в осознании этого момента. Сколько длится этот момент? Все включите сейчас. То есть все проходим ретрит всем полем. Может, кому-то там доходит быстрее, яснее. Кому-то сейчас пока, может быть, там не очень понятно. Вот смотрите по ответам пока, наблюдайте, не сравнивайте, просто, ну, как калибруйте себя. Если непонятно там, что, напомню, ощущение ямы. Обнаружили сначала тонкое ощущение, которое вы почувствовали, когда вас называют по имени «Я». Перенесли в центр груди. Дальше наблюдатель. Пока мы никуда не перемещали. Там, где он есть. Вот. И просто будь наблюдателем. Все. И мы с этой точки, с этого портала, вот там, где наблюдатель открывается, просто отсюда воспринимаем сейчас. И дыхание еще наблюдаем. И наводим резкость вот в действительности, в которой вы находитесь. Вот, чтобы этот момент, вот он, этот момент, вот. Он динамичный, он не статичный. Это не фото. Это не стоп-кадр. Вот, это динамичный момент. Сколько он длится? Вот вы там в чате уже многие написали. Непрерывный, бесконечный, сейчас. Вне времени, он сейчас, вечно. Беспрерывный, вечность, вот, всегда. И все туда. Все и все так и есть. Вот, так и есть. То есть это, ну, это не требует доказательств. Это вот когда вы осознаете настоящий момент, вот вы осознаете, что он непрерывный, что он никуда не девается. Он когда-то куда-то девался в действительности. Настоящий момент куда-то вообще исчезал в действительности. Не исчезал. Вот он всегда здесь есть и будет. Все, этот момент, вот он. Это другое измерение восприятия. То есть мы воспринимали
Просто как в матрице в этом, из другого измерения, из ментала, где момент все время ускользал. Понимаете, ускользал где-то куда-то он где. Вот, а вот настоящее. И вот смотрите, дыхание происходит не в воображении, не в представлении, не в прошлом, не в будущем, не где-либо еще. Он происходит в настоящем моменте. Так дыхание ваше живое. Ну, то есть представлять там вы можете, но живое дыхание происходит вот в этом моменте. И, соответственно, живая жизнь, она только в этом моменте. Не в воображении, не в представлении, не в прошлом, не в будущем. Сейчас, секунду, тут у меня позвонил. Только в этом моменте живая жизнь. Вот поэтому вот это выход из иллюзии. Это первая точка, это ну, даже единственная, скажем, это игольное ушко, то, что там иногда так называют. Вот это игольное ушко, сквозь которое необходимо нам пройти. Потому что вот иллюзия, вот тут мы только можем начать выходить из иллюзии. Дальше там еще куча всего интересного. Но самое начало это вот здесь, этот момент настоящий. Теперь давайте скажем, усилим и уплотним это самосознание, восприятие. Я в центре груди наблюдатель. Ну, у кого где? Сейчас наблюдатель перемещаем в центр груди. Не насильно, ну, без усилий, просто намерением перемещаете. Если там держится сильно на контроле в голове, отпускайте контроль, вы тут в безопасности. Ну, во-первых, там в своем месте где-то сидите. Вот, просто отпустите контроль из головы и понаблюдайте. Отпускаете контроль, я и наблюдатель одно. Соедините теперь. Я и наблюдатель одно целое. Нераздельно. Я и наблюдатель. Из центра груди. Просто удерживайте намерением сейчас вот такое целостное восприятие. Давайте вас тут сейчас спрошу. Ну, в принципе, это и предыдущий раз, когда просто вы из наблюдателя смотрели, но сейчас это еще более углубилось. Сейчас мысли есть? А я есть? Чувство я есть. Есть? Я есть. Держим, держим. Не смотрим, не в представлении идем. Давайте. Кто улетел? Куда-то там где-то с вниманием ушло. Я наблюдатель. Я и наблюдатель одно. Держим. Сейчас мы пока на экскурсии, чтобы уловить, к чему это все. Нам саму суть уловить. Я и наблюдатель одно. Все, дыхание. Можете дыхание еще держать. Или навести резкость. Будьте с открытыми глазами. Без усилий, без усилий. Усилия не надо. Просто наоборот, легко, 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 легко. Глаза открыты, глаза открыты. На внимание, на дыхание. Я и наблюдатель одно. Мысли нет, а я есть. Так? Так, давайте, потому что я буду сейчас возвращаться опять. Я и наблюдатель, дыхание, этот момент. Навели резкость. Мысли нет, я есть. Время есть? Ощущение времени есть? Тут. В этом состоянии. Времени нет, а я есть. Или замедлилась. Иногда говорят, что замедлилась. Но даже если замедлилась, мы тоже с этого можем взять очень ценное сознание. Что на самом-то деле мы знаем, что время не замедлилось. Тогда это может означать, что наше восприятие ускорилось. Что в таком состоянии, вот из наблюдателя, вот наше восприятие ускорилось. Соответственно, мы в единицу времени, в один момент, намного больше можем воспринимать и обрабатывать информацию. Соответственно, наша жизнь насыщеннее, более полная, в прямом смысле, прям, в прямом смысле более полная, потому что мы ее прям, ну, как воспринимаем и ощущаем более полно в каждом моменте. Времени нет, а я есть. Держим, я и наблюдатель одно. Да, кто-то пишет, мысли нет, мы не наши мысли.
Так, пока там души, не души, пока, окей, там это может, это же тоже у вас есть как осознание, давайте пока без, то есть из памяти идет, то есть давайте сейчас пока просто соприкоснемся без слов, что это вообще такое, просто поисследуем. То есть у нас там есть слова, дух, душа, Бог, там еще какие-то. Просто соприкоснемся с самой сутью без, до слов, до мысли. Я и наблюдатель одно, дыхание. Соединить не могу. Давайте еще один лайфхак, номер 6. В ретрите. Это следующий эфир, можно уже добавлять. Не используем такие мыслеформы. Не могу, не понимаю, не получается, не знаю. Не могу, не знаю, не понимаю, не получается. Просто не используем эти мыслеформы. Все. На время ретрита пока хотя бы. Ну, в бытийности тоже, не только в эфире. Не могу, убрали. Просто намерение соединяем. Я и наблюдатель. Одно. Без не могу. Не могу вообще нету. Угу. Потому что это мысль, которая так вот она работает. Так, мысли нету, я есть. Времени нету или замедлилась, а я есть. Проблема есть тут? Машите головой просто, чтобы не быстрее было. Вот. Тут, в этом моменте. Даша, помаши головой. Что, это не соединяется у тебя? Даша, я и наблюдатель. Дыхание. Спокойно, спокойно. Центр груди. Наводите резкость в этом моменте. Сейчас пока хотя бы соприкоснуться, даже если это так вот как бы вскользь. Чтобы, знаете, как просвет увидеть. Увидеть просвет. Вот, а дальше уже будем тогда разгребать. Тогда мы знаем хотя бы к какому состоянию все это нас ретрит ведет. Мысли нет. Образы есть? Этот момент. Вы воспринимаете этот прям момент напрямую. Образы есть? Помощь вам. Да нету образа, нету. Потому что, смотрите, если вы начнете думать, вы будете думать про прошедший момент. Мысли думать здесь медленно. Если вы что-то представлять начнете, будете представлять прошедший момент. Представлять здесь медленно. Этот момент, это просто есть. Вот. Все. Воспринимаем его. Вот он, живой момент. Там, где дыхание. Там, где вот у меня листва там на деревьях шевелится. Макс тут в этом моменте что-то говорит. Вот он. Я сижу на стуле вот, и чувствую попой вот это ощущение в этом моменте, прямо сейчас. Движется легкие. Вот. Мыслей нет. Образов нет. Времени нет. А я есть. Теперь не смотрим в кино. Там, где вот у нас же там проблемы, типа надо было их решать. Туда сейчас не смотрим. Не смотрим туда. Не смотрим. Вообще не смотрим туда. Это за дверью. Оставляем там за дверью это все. Вот только этот момент. Потом вернетесь, захотите эти проблемы, будете обратно в них вернуть. Сейчас пока не за дверью. Пока на время. Вот сейчас, пока мы на экскурсии. Странное состояние, как пустота перед. Пустота – это пока ну, сердце или в уме пустота в вашем представлении, но в жизни не пустота. Смотрите, тут все наполнено, все прям живет, все живет. Вот. Еще сердце, постепенно в ретрите сердце будет открываться, у вас вашим вот этим, ну как присутствием сердечным это все будет заполняться. Вот поэтому пока пустота, неопределенность такая вот непривычная, что вы там нету привычной конструкции ментальной, которая вот у вас там все так разложено было в реальности вашей. Вот этого нету здесь. А я есть. Действительность есть. Так что, если не смотреть в мысли, в кино о вашей прошлой жизни, проблемы здесь есть в этом моменте? В действительности проблемы есть? Давайте так, вот я сейчас в этом моменте, а это действительность. В действительности проблемы есть?
необходимо признать. Именно это необходимо признать, потому что пока вы не признаете, ну что, типа, не проходите дальше. Какие ситуации? Вы сидите здесь или на стуле? Какие ситуации? Ситуации в кино. Сейчас какая ситуация у вас? Какие у вас ситуации? Долги – это в твоей реальности, в той, с которой ты хочешь разобраться. В этом моменте, в настоящий момент. Вот он, здесь. Дыхание. Необходимо сейчас это пройти, друзья. Делаем, делаем. Все, вы уже в ретрите. Никуда вы не денетесь. Вот так вот ведет. То куда вы собираетесь деться? Куда смыться из этого, из действительности? Ладно, давайте вам действительность, реальность сейчас распакую, потому что, может, кто-то не видел эфиры. Посмотрите эти эфиры. Я вам сбрасывал предыдущие несколько эфиров. Там тоже это объяснялось, но еще раз быстро. Альность, есть слово альность. Альность – это все. Это все существующее вообще. Вот как в английском all, вот есть такое слово альность. Оно из обихода вышло. Ну, пока, ну, наверное, возвращается, можно так сказать. Вот, оно там используется. Реальность, дуальность, сексуальность, гениальность. Вот во многих словах вот это альность. Вот приставка – это как, ну, как некий подсвет, некой, ну, какого-то слоя этой реальности. Вот, ну, и одно из слов – это реальность. Вот, и мы реальность с действительностью перепутали. Вот мы думаем, что мы живем как бы в действительности, хотя мы живем в своей субъективной реальности. Да вот эта субъективная реальность, это запрограммировано, у вас же тут мозг, вот, и этот мозг там, ну, способен, ну, такое кино показывать. Я сейчас вам покажу, какое кино там. Это только чуть-чуточку мы прикоснемся, какое кино там показывается у вас, ваш мозг. Вот, который там запрограммирован, и это не куча миллиарды нейронных связей, или там триллионы, не знаю даже сколько. Вот реальность. Альность – это все, а ре – это как зеркало, или это как отражение, или это как переделывание, то есть реконструкция, то есть переделывание, или как рефлексия, то есть как отражение. Ну, в принципе, вот это переделывание или зеркаливание – вот его можно там в сути даже примерно как одно, как по сути даже увидеть. Вот так вот, реальность – это вот эта альность цельная, вот, которая отражается на вашем субъективном восприятии. Вот, и так мы каждый в своей реальности. Все осознают, что каждый в своей реальности? Да? Тут сомнений нет? Вот это сейчас уловите, что каждый в своей реальности, так или нет? Ну, там сейчас кто-то задумался, я что-то на Дашу смотрю. Вот, Даша, я твою реальность даже не знаю. То есть у тебя своя какая-то реальность, у меня своя реальность. То есть каждый своя реальность. Даша, так или нет? Хорошо. Есть. Дон Хуан говорил так, что вот этот квест здесь, в котором мы оказались, вот в индуизме это майя, иллюзия, майя, вот, что мы в искаженном восприятии действительности, то есть в иллюзии находимся, проживаем жизнь в иллюзии, и поэтому мы как разделены со своей сутью, то есть забыли как связь, как будто бы потеряли связь со своей сутью, со своим источником. Вот, но это только в иллюзии, это потеря связи. Вот Дон Хуан говорил так, что это сущность, которая создала эту иллюзию. Ну, неважно, как космическое какое-то существо, там, неважно, как сознание некое. Вот, сделала невероятно гениальную вещь, дала нам свою. Вот, и мы, как вот, находясь в этом уме, каждый в своей реальности оказался, каждый в пузыре своей реальности. Это сейчас более-менее так чуть-чуть понятно или нет? Ну, сейчас через образность. Каждый в пузыре своей реальности. А теперь я и наблюдатель. Вы уже чуть натренировали. Вы прям тренируете. Это мы будем в ретрите часто делать. Я потом уже у вас не буду все время там почувствуйте я. Там это. Просто буду говорить я и наблюдатель. Соедините. Сейчас соедините я и наблюдатель. Ощущение я и наблюдатель. Раз, соедините. Дыхание. Этот момент. Наведите резкость. Вот, смотрите, этот момент. А вот действительность. В настоящий момент. Вот действительность. Так действительность у нас одна с вами? Действительность. Смотрите, действительно. Это все, что есть. Действительность. Единая? Одна.
Реальность у каждого своя, а действительность единая. Вот, действительность. Все понятно, там мы каждый в своем пространстве сейчас находимся. Вот, но действительность как то, что есть. Вот оно одно. Так вот, сейчас не заглядываем в свою реальность. Я спрашиваю дальше. Я и наблюдатель соединили. В реальность мы не заглядываем, субъективную свою. В этой действительности, в этом моменте проблемы есть? Необходимо признать. Хорошо, нет. Препятствия какие-то есть сейчас? Здесь и сейчас, в этом моменте. Вот сейчас, в действительности. Даже если у вас какие-то ощущения в теле, это просто ощущения. Это не проблема и не препятствие. Проблема это делает только ваше восприятие. Это просто ощущение. Оно есть вот, из-за каких-то причин. Вот с этим необходимо разобраться. Но это просто то, что есть. Ум болтает. Я и наблюдатель соединил. Наблюдателем. Быть наблюдателем просто. Такое ощущение, что есть какая-то ожидающая многовариантность. Ну, понятно, это многомерность. Тут вообще все. Тут все, то есть это многомерность. По поводу ожидающей, тут не совсем понимаю, что как это ожидаем, может, какое-то субъективное какое-то чувствование. Сейчас, смотрите, держим, я и наблюдатель одно. Всем полем. Дыхание. Все, воспринимаем этот момент. Прямо наведите резкость. Вот на компьютере, вот на детальках тут. Раз, вот прямо ощущение, прямо вот этот просветите вот своим вниманием, вот это то, что вы видите. И дыхание, улавливайте. Дыхание только в этом моменте происходит. И это не зря так все время там сейчас акцентирую на этом. Как я вам потом песню сброшу после этого эфира. Там слова такие есть. Вечное сияние настоящего момента. Вот прям узрите, что вот сияет в действительности этот момент. Остальное это иллюзия. То есть это в кино, в реальности было. Вот и сияет этот момент. Вот этот момент. Вот живой. И сколько он длится? Всегда. Не заканчивается. Не начинается без начала, без конца. Есть. Проблем нет, я есть. Препятствий нет, я есть. Мысли нет, я есть. Времени нет, я есть. Давайте сейчас не заглядываем в личную реальность, а вообще в то, что вы помните. Личность есть сейчас здесь. То, что помните, не заглядывайте. Ощущение, что я в неком окошке, движется по действительности. Может восприниматься, ну, пока как окошко. Вот. А вообще, это действительность сквозь тебя движется. Сквозь твое присутствие. Только наблюдатель, личности нет. А я есть. Смотрите, вот это сейчас вот прямо отделить. Вот что пока у вас было отождествление с личностью, что я это личность, с этими привычками, с этими реакциями, даже с этими болями в теле. Ученые, Джо Диспенса в частности, он они там исследовали, и такое наблюдение, что болеет не тело, болеет личность. Вот и наблюдение такое было за человеком, у которого было раздвоение личности. Вот у одной личности была аллергия, как только переключалась на другую, сразу аллергия пропадала. Ну, то есть причина для аллерген не убирался, не исчезал. Вот, но как только переключение происходило с одной личности на другую, аллергия тут же исчезала. То есть болеет не тело, болеет личность. И вот эти нейронные связи, которые сформировались как личность уже в определенных там конфликтах внутренних или реакциях, вот создают в том числе в теле болезнь и боль. Так, появляется опять. Мы сейчас в кино не смотрим. Закрой за дверью. Это пока реальность тут. Все. Я и наблюдатель одно, дыхание, этот момент. У кого ответственность за происходящее сейчас? Там эфир про ответственность, обязательно посмотрите.
100% ответственность. Вот поэтому не могу, не получается, не понимаю, не знаю, не использую сейчас эти мысли. Вот это работает само по себе. Так, хорошо, теперь. То есть вы когда отождествлялись с личностью, а личность принадлежит матрице, принадлежит вот этой программе всеобщей. Вот и пока вы отождествлялись с личностью, это как буквально в фильме «Матрица», только там эта капсула была, ну, как так не показали, как капсула, в которой там включен через шнур буквально. Тут через тонкие процессы мы подключены. То есть мы, отождествляясь с личностью, прям сливаем свою энергию в матрицу. Вот, а личность принадлежит матрице. Поэтому это там через разные, в том числе, аккаунты в этой системе. Особо, гражданин, через законодательство. Прямо туда подключены в том числе. Это не говоря уже даже без этих вещей. То есть просто мы через личность сама по себе, даже если не говорить про систему государственную, мы уже просто через личность, через это общественное восприятие коллективное подключены к матрице. Но сейчас мы можем осознать, я не личность. Вот. Но программы личности, они запрограммированы. Я вижу личность как в интеллекте сформированный бот, вот как автопилот, вот который, в принципе, так вот есть фильм «Обыкновенные зомби», они даже это показали, что интеллект может работать без вашего присутствия. То есть вы там типа задремали, как я, типа там где-то, вот, а интеллект может на автомате работать. Так вот это автопилот, автобот, вот который, ну, тут как бы вместо и проживает вместо меня. И вот это вот не чувствуется живость, потому что мы сотождествлены с этой неживой структурой. Вот, а я живой, вот он, я в этом моменте. Суть. Живая суть. Если там уплыло восприятие, я и наблюдатель. Опять. Держим, держим. Вот тут прям тонко-тонко чувствуете. Дыхание. Все, и опять этот момент. Сейчас даже не держимся за то, что я сказал до этого. Умиротворение есть в этом моменте? Здесь сейчас. Даже если вы его там у вас зашатает эмоционально или как-то там болтает, вы все равно можете увидеть вот эту базу умиротворения. Так вот, это умиротворение, это состояние, это истинное состояние, базовое. Это не достижение. Это не то, что мы достигаем в ретрите практиками или чем-то еще. Практики работают с аватаром, чтобы очистить от иллюзии. А само состояние, оно базовое, умиротворение. Что тут еще про вот это состояние? Держим, я и наблюдатель. Этот момент. Понятно, что... Блин, подожди, а что со моими всеми проблемами этими? Подождите. Проблемы мы будем в ретрите разбирать. Мы сейчас вот разбираемся, что тут в действительности происходит. Что в действительности я и есть. Давайте такое еще. Как вам откликается такое? Я вам сейчас такое... Только будьте сейчас присутствующие. Я есть. Все чувствуют, я есть. Все чувствуют. Помашите головой. Здесь и сейчас. А сколько длится этот момент? То есть я есть здесь и сейчас всегда? В действительности. Как вам откликается это? Так, состояние здесь сейчас. Ощущение, что живая жизнь происходит сквозь меня. Супер. То есть это так или нет? В действительности. Логику. Сейчас пока логику. Я есть. Это чувство. Это чувство. Я есть. Здесь и сейчас. Это осознаете этот момент. Дальше уже можете логику. Сколько длится этот момент? Вечно. То есть я есть. Здесь и сейчас. Необходимо признать. В действительности вечно. Тогда что это было? Когда вы где-то как будто бы не присутствовали или как будто бы не осознавали этот момент. Что это было?
Иллюзия. Знаете, это была иллюзия. Смотрите, вот сейчас еще вопрос, чтобы вы осознали. Держим, я и наблюдатель здесь. Я есть здесь сейчас всегда. Смотрите, улавливайте, расширяйте, это как раздувайте это состояние по чуть-чуть. Вы можете выпасть из действительности? Сейчас. Выпасть из действительности, сейчас по-другому перефразирую. Вы можете потерять себя в действительности? То есть, сам по себе вопрос. Действительно существует здесь и сейчас всегда. Вопрос логически. Вы можете потерять себя в действительности? Подожди, в действительности. Я не спрашиваю ни про сне, ни в иллюзию, ни про что еще. В действительности. Вы можете себя потерять? Нет, подождите, вы отвлечься, но вы можете отвлечься, но действительность, она всегда здесь и сейчас. Понимаете? То есть в действительности вы себя не теряете. Вот это ловите. Вы можете отвлечься, можете поспать, отдохнуть, там, не знаю, там что. Представить себя, не знаю, кем-нибудь еще, не знаю, там, в этой, вообще. Вот, но в действительности вы можете себя потерять? Это же само за себя. Действительность. Вот она здесь сейчас. Она всегда. Можете себя потерять? Это невозможно. Хорошо, теперь дальше. А вы теряли себя когда-то в действительности? Нет, в действительности, я вас спрашиваю. В действительности. Смотрите, логику используем. Действительность. Я есть. Это ваше ощущение. Я есть. Это несомненно. Здесь сейчас. Ну, вы можете себя не сейчас чувствовать в действительности. Осознавать себя не сейчас можете в действительности. То есть это всегда здесь. Я всегда здесь. Я всегда здесь, в действительности. Я вас спросил, я здесь сейчас всегда в действительности? Как вам это? Это требует доказательств? Какого-то там, не знаю. Или это просто как истина? Вы можете теперь уже осознать, что это истина, это база. Я есть здесь сейчас в действительности. Есть. Хорошо, истина. Дальше я спросил, вы можете потерять себя в действительности? Попробуйте, потеряйте себя сейчас в действительности. Давайте, если кто сомневается, теряйте, давайте подождем. В действительности теряйтесь. Нет. Дальше. Если зум отключится у нас, то мы потеряемся. Где? Где? Вот сейчас это где все происходит? Это же в иллюзии. Смотри, это же зум этот, который отключится когда-то, когда, возможно, этого не произойдет. Это же кино. Понимаешь, это кино. То есть это иллюзия. Вот она раз так. Теперь другой вопрос. Вы терялись когда-либо в действительности? Необходимо признать, почему я так настаиваю на этом, необходимо признать, что это была иллюзия. Потому что вы думали, что это действительность. Вот. И из-за этого это искаженное восприятие как действительности было. Вот. Необходимо осознать, что в действительности вы себя не теряли. Это была иллюзия, субъективная ваша иллюзия, в которой вы как будто бы потерялись. Это была субъективная реальность, вот, в которой вы там варились в своем кино, и эти все проблемы, где они существуют? В вашей субъективной реальности. Нигде в другом месте. Сейчас я это вам тоже покажу. Хорошо. Значит, в действительности я не могу потеряться сейчас. Я не терялся никогда. В действительности это была иллюзия.
А можете потеряться в будущем в действительности? Вы потеряться не можете в действительности. Понимаете? Все, что может быть, это только действительно иллюзию воспринять как действительность. И все, и начать в иллюзии вариться. Все. Теперь нам необходимо с этой иллюзией начать разбираться. Так, на этом этапе пока понятно? Пожалуйста, дайте обратную связь. Потому что я, видите, все время как возвращаюсь как вроде на круг, потому что вижу, что как, ну, немного подвисания такое идет. Поэтому благодарю за обратную связь. Теперь, хорошо, мы сейчас только прикоснемся чуть к этой субъективной реальности, к этой иллюзии, хотя бы тем, что можем сейчас, ну, так вот заметно, так чтобы прямо, блин, ничего себе, вот так вот уловить. Теперь смотрите, что уловили, действительность и реальность. Хотя бы эти понятия сейчас разделим для себя. Вот действительность – это момент, а реальность – это субъективное вот мое восприятие, которое там загружено чем? Ну, давайте возьмем, например, ваше окружение привычное, то, каким вы его знаете. Ваши друзья, родственники, там, партнеры, други, недруги, президенты все, там, со всеми там, кто там по теле, по всем этим каналам вещают. Скажите, вот прямо сейчас, в действительности, ну вот в этом моменте, где информация и представление об этом вашем окружении сейчас находится. Можете показать? Кто-то показывает, вот здесь. Ну, или там здесь, неважно где. Ну, то есть, то просто можете осознать, что это в вашей памяти, что в вашей памяти. Вот, и вы это воспринимаете через свое воображение. Вы, ну, в личности, в мозгу, где-то там, ну, вот, за пределами комнаты. Вне меня. Подождите, подождите. То, каким вы их знаете. То, каким вы это все представляете и знаете. Где это? Как это можно проверить? Смотрите. Ну, даже гипотетически предположить. Вот, допустим, ну, возьмите кого-то, кого вы хорошо знаете, по вашему мнению. Ну, вы точно его знаете. Например, там, своего партнера, там, мужа, жену, маму, папу, там, ну, кого-то, вот, вы его знаете 100%. И сейчас просто гипотетически, логически, так как проанализируете. Другие люди его также знают, как вы, или по-другому? Он себя также знает, как вы, или по-другому? По-другому. По-другому. То есть это что значит? Это значит, что это ваша субъективная память, субъективное знание об этом человеке. Есть, да? Дальше следующий вопрос, который вот прямо может вас немного обескуражить. Так это так, то, как вы его знаете, в действительности существует или нет? Простой вопрос. То, как вы его знаете. И, соответственно, теперь распространите это на всех остальных. Вот этих всех людей, которых вы считаете, что вы их знали. Это в действительности вообще существует или нет? Ваши знания об этих людях. Это же ваше субъективное восприятие, реальность. Как это туда попало? На основании вашего субъективного опыта прошлого, взаимоотношения с этими людьми, возможно, даже не без взаимоотношений. Просто вам бабушка рассказала. Вот мне бабушка про дедушку рассказала, что дедушка был алкоголик, в общем, дебошир, плохой человек и вообще белорус. Вот так примерно, мне с детства. Вот так вот, прям, понимаете, вот так вот. Я же деда не знал, вот лично. Вот, но бабушка мне рассказала. Я даже с ним не знаком. Но у меня дети представление уже возник, ну, сформировалось. Я даже без личного опыта. То есть просто через бабушкины глаза это. Вот это я потом уже начал чуть-чуть так отсоединяться. Так, подожди, откуда я знаю? Я же деда не знаю. Это же бабушка, это у них какие-то свои отношения были. Вот что-то там ей там нравилось, не нравилось, вот она так восприняла. Вот. А он и дом построил там, и, ну, я его просто не знаю лично, не взаимодействовал с ним. Нормальный дед. Ну, дед как дед, все, дед. Бабушка, дед, без всяких этих иллюзий и представлений, вот, которые там у них в их иллюзиях это было. Так вот, теперь осознаете, что
Вот на основании даже не только вашего, но вы на своем субъективном опыте можете понять, что ваши взаимоотношения просто вам фиксировалось. Или там, ну, вы там подумали, или он такой, или там как-то он поступил по отношению к вам. Вот у вас сформировалась уже субъективная память и ваши реакции, и ваши объяснения, может быть, даже. Он такой. Вот у вас такое представление об этом человеке. Так вот это представление в действительности существует или нет? Вот это необходимо прямо сейчас начать осознавать. Что, понимаете, потому что из-за этого же проблемы там, кто-то там за проблемы, там у меня проблемы какие-то есть. Но эти проблемы в действительности существуют или нет? Понимаете? Вот, потому что в действительности проблем нет. Проблемы существуют в субъективной реальности. Но чтобы она там заплетена так, что нам ее необходимо разобрать, вам необходимо ее разобрать, расплестись, то есть выйти из иллюзии, вот, и тогда вы увидите прямое решение всех своих вопросов, любых своих вопросов. Хорошо. Чтобы узнать другого человека, ну, сейчас давайте убеждениями такими, пока узнать, можно так сказать. Вот. Но как вы можете с другим человеком вообще... Хорошо, вот еще такой вопрос. Раз знание о других людях, то, как вы представляете, это субъективная реальность, то это иллюзия. Вы тогда вообще с кем встречались? С кем вы ругались? С кем конфликтовали? Понимаете, с кем? Со своими представлениями об этом человеке получается. Ну, так же получается. Логика же такая. Тут можно с этим поспорить? То есть вы представляли, и вы как это проверить? Было такое, что вы там поконфликтовали, поругались, потом разошлись, вот, и у вас продолжали, у вас образ есть этого человека, и вы с ним продолжали с ним разговаривать. Там, и, типа, хорошо, в следующий раз я вот так вот сделаю. То есть в следующий раз вот так вот. Со мной так нельзя. Что это такое? Такое кино дальше. С кем это вообще было? И потом в следующий раз приходите, там вы уже запланировали, как будете в следующий раз. В следующий раз вы даете какой-то вот этот новый свой, придуманный, как вы будете по-новому с ним разговаривать. С кем вы это, кому это вы все выдаете? Понятно, что он свои субъективное восприятие вашей иллюзии. Вот, и вы так вот в своих кино находитесь, типа там не встречаетесь. А встреча где? Реально можно, то есть действительно, в действительности, где встреча? В действительности. Вот. Нету представления, нету мыслей. Вот, и вот наша встреча тогда тут может произойти. Живая. Живая. Суть и суть. Без слов. Тут не надо ни слова. Тут мы можем понять и почувствовать друг друга на уровне души. Вообще, что это за встреча? Вот, это самый живой вот этот момент. Понятно, он может уже тут быть, скажем так, украшен, увенчан какими-то словами и каким-то взаимодействием. Может быть, какой-то близостью, еще чем-то. Вот каким-то, не знаю, каким-то проектом общим. Но встреча происходит за образами, за иллюзией. Настоящая встреча происходит, вот она, в действительности. И мы тут не расстаемся. Вы же это можете почувствовать сейчас, что мы тут никак не теряем этой встречи. Вот она тут есть всегда. Вот. Поэтому ценность вот физического встречи, потому что эта физическая встреча, она уникальная, но она единственная в своем роде, она может не повториться, вообще в принципе ваша встреча может не повториться в этой хрупкой материальной действительности. То есть, поэтому эта ценность, а не взаимодействовать с кино, которое там на основании прошлого опыта, рухаться с этим кино, вот, это даже ни к чему не приводит, не приведет. Потому что это иллюзия. Ремонтировать иллюзию нет смысла. Теперь, хорошо, уловили. Давайте теперь посмотрим. Ну, понятно. То есть, короче, мы оказались в этом, в кино. И вот на сцене, где у нас актеры. То есть, можно так это воспринять, да? Вот. Теперь нам с этими актерами надо будет в ретрите их расформировать, из их нейронных связей. Да очень смешно, Добрынин. Нет, ну это прикольно. Ну, круто, хорошо, так подходит. Да? Круто. Не, ну это я радуюсь просто. Ну, мне реально классно, смешно. Я по-хорошему смеюсь. Ну а что, просто улыбаюсь. А что?
Круто, ну круто, ладно, круто. Спайдермен пришел. Понимаете? Дальше, вот этот персонаж, который я. Которую вы знаете на основании прошлого субъективного опыта, взаимодействия с этими актерами в своем же сознании. Вот об них там как-то, они, понятно, там эти люди, эти души, эти сути со своей волей, конечно, они проявлялись. Вот, и они, конечно, вот эта воля, она дает эту энергию, она дает разнообразие этого взаимодействия. Поэтому это не, ну, не монос такой спектакль, это как бы такое многомерное кино, и сотворчестве это происходит. То есть эта иллюзия, она в сотворчестве происходит. И понятно, что вы как-то там с каждым по-разному отражались. Вот, и вы, у вас, понятно, сформировалась вот эта личность и самовосприятие, самоидентификация ложная на основании прошлого субъективного опыта. Я тут так это, а, я такой, я такой, я такой, я такой. Вот, так вот это то, что вы думаете и знаете о себе, и то, что другие думают и знают о вас, совпадает или нет? То есть это ваше субъективное знание, которое существует в действительности или нет? Да, это тоже важный момент. Тоже, что то, как я себя знаю, представляю себя, вот, этого в действительности тоже нет. Есть Comedy Club, очень крутой ролик, я вам его сброшу, так чтобы вот эту, скажем, наш такой вход резкий в ретрит немножко, скажем так, разукрасить и повеселить. Вот, и там поймете, почему вот в конце. Хорошо, значит, вот этот персонаж, с которым я себя идентифицировал, это личность. Вот, ее тоже в действительности не существует. Вот это улавливаете. Как это понять? Я и наблюдатель. Дыхание. Этот момент. Что вы тут можете представить о себе? Что вы знаете о себе вот в этом моменте? Это штука в памяти была, так или нет? Вот, и вот это нам тоже необходимо будет выгрузить. То, что вы знаете о себе и помните, и представляете себя как некий персонаж. Ну, и тогда можно вот сейчас понять, что вот есть вот это кино, главный герой, я, вот эти персонажи. Давайте еще такое. То, что другие люди, то, что вы знаете, что другие люди думают о вас. Это прикольный такой заворот. Давайте. То, что вы знаете, что другие люди думают о вас, находится где? Сейчас. У вас в голове или у них? Ваши, нет. То, что вы знаете, что другие люди думают о вас. То, что они думают, это вообще, зачем вам еще в это кино влазить? Вы со своим разобраться. То, что вы знаете, что другие люди думают. Что-то сказали там 2 года назад. Ты такой, ты там такой. Вот где-то комментарий какой-то в соцсетях написали или еще что-то. И у вас сложилось свое типа восприятие, знание о том, что другие люди так вас воспринимают. Что-то вы сами создали здесь свои люди. Там через соцсети создали некий образ. Там писали что-то, что там не писали, там, чего вы боитесь, там, какие-то такие, возможно, вещи какие-то скрывали в своей жизни. Описали то, что вот, считали вот это классно. Там, другие там сейчас больше лайков поставят и классных комментариев. Вот, и создавали сами этот образ, создавали этот образ. Так вот, это тот образ, который создан. Он где сейчас существует? У вас в вашей голове. Понимаете? А он в действительности существует или нет? Личный бренд. Наталья пишет. Полная иллюзия. Личный бренд. Понимаете? Я потому с личным брендом очень... Я так личный бренд? Не надо. Личный бренд. Вот, просто проявляется из сути, все по максимуму проявляю. Я так это чувствую. Проявляться из сути, ну вот какой тут бренд? Где дух проявляется? Быть лучшей версией самого себя. Какой версии? Нету никаких версий. Да, хорошо, есть.
уловили, то есть другие люди, я, которым я себя представляю, знаю, то, что я думаю, что другие думают обо мне, это субъективная иллюзия, притом моя. Моя, то есть она не такая, как у других. Мы там соприкасаемся просто как некими, там, друг с другом разговариваем, и так мы этими иллюзиями, типа, обмениваемся, да, ты так тоже так видишь, да, вот, и мы так, типа, вот, соприкасаемся, но это моя, супер. И теперь давайте еще посмотрим мое прошлое, моя история. То, как вы ее воспринимаете и помните, а где она существует сейчас? В вашей голове. То есть, и как она там попала, туда попала? На основании вашего субъективного опыта, который из иллюзии был. Понимаете? То есть в этой иллюзии. Сейчас дышим, дыхание, этот момент. В этой иллюзии, это же было с самого начала. С самого начала. То есть иллюзорное представление о другом. Я в представлениях своих. То, что думают другие обо мне. Вот это мной интерпретировала действительность, которую невозможно представить. Действительность, вы же не можете представить, да, она многомерна, она просто есть. Вот мы через эту реальность интерпретировали эту действительность. Вот. И теперь вот осознайте, эта история, которую вы считаете своей, она в действительности вообще существует или нет? А там же много всего, понимаете? События, которые интерпретировались вами субъективно. Там что-то вас кто-то обидел, там что-то произошло, там кто-то умер, там кто-то родился, там кто-то встретился. Вот там какое-то там разбирательство что-то было. Там, вот, ну, знаете, это все в интерпретации этого кино. Вот, и там уже даже можно просмотреть еще некие сценарии. Даже если там чуть дальше посмотрите, то это прям сценарий. Есть этот такой мультик, кто-то пишет, но есть же факты. Есть этот мультик «Головоломка». И там такой момент, я его что-то сразу не распознавал. Я на ретрите его ставил, этот мультик, и не распознавал. В одном моменте они там в поезде едут, и там коробка высыпается, и, короче, там из коробки какие-то такие, типа, кубики, и на них написано «факты». Вот, и они такие все перемешаны. И этот тоже воображаемый герой там говорит, а это факты, все время их путают. Раз, забросил их типа обратно в коробку. Какие факты? А как вы их воспринимали, эти факты? Понимаете? Действительность. Да, действительность была. Есть. И будет. Это вот действительность. Это как вот этот слой. Действительность. Она во времени сколько существует? Она все время, непрерывно. То есть время, да, но тут как пространство как меняется. События меняются. События. Понимаете, что такое бытие? Бытие. Бытие. Вот, бытие. Это просто бытие. А события, это когда вот я есть, ты есть. Вот, и у нас совместное бытие. Вот, и тогда вот раз событие какое-то возникло, мы его можем как некое событие воспринять. А если нету двух или как, это просто есть. Для кого эти события вообще? И факты. Для кого эти факты? Это просто то, что есть. То есть это интерпретация. Хорошо, теперь сейчас нормально, но как бы потом прогрузится, можете пересмотреть это. Там 1,5 часа будет этот эфир, вы его как, ну, классно идет, и прям поток хороший идет. Теперь будущее, то есть прошлое, история. Давайте еще раз тут отметим. История существует в действительности или нет? Ну, признать. Понятно, что типа отказаться от себя, от своей истории. Необходимо признать, что это было. То есть история существует в действительности? Сомневаетесь? Хорошо, давайте сейчас. История Украины, история России. История там Китая, Америки, что-то еще там. Что-то мне даже попадалось, кстати. Знаете, что в Америке, по-моему,
типа в России, в СССР, да, даже кто первый полетел в космос? Кто-то говорил, по-моему, что в Америке американец полетел. Даже настолько, понимаете? Если вы посмотрите, кто полетел в космос, я уверен, потом, давайте не сейчас, в Википедии, вы удивитесь, что это не то, что вы думали. И то не факт, что это было так, еще, допустим. Итак, теперь смотрим дальше, смотрите. То есть вот история ваша, которая у вас субъективный опыт, иллюзорное представление. Я о себе субъективный. Ну, потому что суть, вот вы когда родились, вот Любава, там Добрыня, вот когда родились, там личности нет. Ну, это прямо мы вот сейчас уже в осознанности это отслеживали. Просто чистое сознание. Я есть. То есть это четкое чувство, что они были, то есть вот дети, которые пришли, они были до... Ну, Любава сейчас... Ну, личности тоже нет, ей где-то 1,5 года. Вот. Она отвечает на вопросы уже. Очень хорошо. Да, нет, она четко отвечает. Ну, сказать, что это личность, невозможно сказать. Но то, что она есть, это было понятно еще до рождения. И с Добрыней, и с Любавой. Потому что поле поменялось. Раз поменялось, сознание появилось. Еще сознание появилось. Добрыня, Ира была беременная. Поменялось поле наше с Ирой. Вот Ира там футбол начала смотреть. Мы не смотрели. Мы просто пока Добрыня была беременна, мы смотрели чемпионат мира по футболу. Или там Европа, не помню. На голове начала стоять. То есть это было явно что-то другое. Просто на голове начала становиться, на голову. Она потом не, до этого не становилась, после этого не становилась. А вот когда беременная была, Добрыня становилась. Вот. И потом Добрыня раз родился. Вот. Не разговаривать. Все. Просто чистое сознание. Вот, но уже есть. Уже есть суть. Пришла суть сюда, которая проявлена. Это не личность. Понимаете? Вот, поэтому вот. А потом уже это облеклось, эта иллюзия, в некую личность виртуальную, которая вот катит своя история. И теперь давайте на будущее посмотрим. Вы сейчас намерения озвучивали, но у вас также могут быть представления о своем будущем. Какие-то планы на будущее, какие-то представления о своем будущем. Так вот, это будущее, которое вы представляете, это реальность, это действительность или иллюзия? То есть, или реальность? Ну, тут это можно как реальность, потому что нельзя ее сказать как иллюзия, это можно как некий план. Вот, но почему это больше на иллюзию? Потому что это же продолжение вашей истории. То есть, ваше будущее, то, что вы планируете, это же продолжение вашей истории. Это же не за рамками вашей истории, это же не что-то сверх, это же не из какой-то квантовый скачок, который вы не представляли. Так или нет? Представление о будущем своем. Ну, может, сейчас у кого-то уже это и поплыло. Вот, и нету такого представления, возможно, тоже. Но тоже вот это уловите. То есть держаться за будущее, как за какие-то то, что вот я это сделаю, я тогда буду счастлив. Вот, или вот это случится, вот это обязательно должно в моей жизни случиться, вот это, как намечено, как мои родители, как там, не знаю, там, ты должен кем-то стать, вот, или что-то еще. Это все тоже в этой же люди, который называется этот фильм, как? «Моя жизнь». Главный герой, вот этот персонаж. Вот, и этот персонаж не просто так, это же я только показал в виде представлений неких. Вот, но сюда входит эмоциональные реакции. Это же все на автомате. Вот вы просто обращайте внимание, потом в ретрите вы это больше увидите. Я как говорил, болеет не тело, болеет личность. То есть это уже проникло в нейроны, понимаете, это в нервную систему проникло. То есть это уже, это не просто, это знаете, вы там вошли в этот скафандр, в этот аватар. Вот сначала он был свободен там в детстве, а потом начал формироваться в виде личности, привычки. Все это как в этой матрице, и так как мы отождествлялись с личностью, а личность принадлежит матрице, то этот аватар, ну это уже как костюм такой, ну знаете, как это пример сказать. Ну, типа, представьте, что Железный Человек, вот этот Тони Старк, входит в костюм такой, но он не управляет там. Вот, а костюм просто сам живет своей жизнью, вот, а ты только вот как что только можешь воспринимать как сознание, вот, но ничего поделать с этим не можешь. Только наблюдать, вот, а что происходит? И тебе чуть-чуть так
только своим вниманием, что-то там где-то чуть-чуть как-то совсем какой-то просветы какие-то есть. Так вот, теперь нам необходимо этот костюмчик полностью, ну, полностью, понятно, это как намерение, высвободить, ну, как за одну жизнь, не за одну, важно. То есть нас, тут даже непонятно, где пределы этого освобождения, где пределы способности этого аватара. То есть это у нас сколько, на 5% мозг работает? Ну, так, то, что нам говорили, понимаете? Где пределы, понимаете? Плюс 1%, если мы на 5% вот это сейчас можем, то плюс 1% это 20%. То есть это даже невозможно представить, это, насколько это квантовый скачок. Каждый процент – это квантовый скачок. Поэтому насколько мы можем высвободить этот аватар, вот как из сути, мы даже это себе, ну, не можем сейчас представить из этого закрепощенного состояния. Так, как вам? Сошло? Экскурсия такая. Никто не захотел выпрыгнуть из ретрита. Да ну, что тут происходит? Я пошел. Если хочет, напишите. Да, смотрите, тут у вас может быть где-то моменты такие, типа, да ну, пойду я. Как это, помните в «Матрице», когда в первой серии, по-моему, там один из их нет, говорит: слушай, да мне надоело, это ваша похлебка, там невкусно, подключите меня обратно в «Матрицу». То есть может такое быть тоже, в принципе. Типа, верните меня обратно просто туда, где вот это я спал, и все там у меня было красиво, или некрасиво, но неважно. Зато мне не надо было ответственность брать и теперь со всем этим разбираться. А теперь что мне с этим? Надо разобраться, получается. Ну, вот так вот взрослая позиция. Там тоже в ретрите будем разбираться со взрослой позицией. Я вам там лайфхак один из был. Это не верить тому, что я говорю, и не доверять. Вот. То же самое относится к таким мыслям вашим. Я вам рекомендую, типа, то, ну, типа, я побежал. Вот. Не надо верить этому. Это этот аватар, который... То есть не аватар, а это личность, которая... Вот, там много всяких страхов для того, чтобы вы не вышли из этой жизни. Понимаете? Вот. Но мы будем разбирать не так. Это я рьяно я вам так показал, вот сразу, чтобы, ну, как бы, с чем мы будем работать. А разбирать мы будем по чуть-чуточку, по чуть-чуточку. То есть это для личности это не будет заметно особо. Вот как по кирпичику это будет разбираться. Поэтому... Так, значит, ну, если так вы сейчас уловили, хотя бы даже не важно, что вы прям целиком осознали, даже если вы чуть-чуточку где-то вам резонанс такой уловили, что может быть это так. Давайте такой пример приведу. Для того, кто сейчас еще не доверит. Да ну, типа, может такое быть или не может быть такое. Мой старший сын, у Добрыни, ну, он сейчас Спайдермена одевал, у него сейчас свои, в общем, истории формируются. Вот, но у него Деда Мороза нет. Нет, мы просто, ну как мы будем Деда Мороза? Что мы будем? Что это такое? Деда Мороза, мы будем Добрыни. И что мы скажем? Кто это? Дед Мороз? Кто это? Откуда? Ну, то есть, как мы должны эту иллюзию ему представить? Но у старшего сына мы тогда... Он вообще верил в Деда Мороза. И он не просто верил. Вот сейчас попробуйте уловить, как матрица это легко делает для вас. Он не просто верил. Он писал ему письма где-то до 6 лет. Что принести под елку на Новый год? И Дед Мороз обязательно ему все приносил то, что он писал. Понимаете, насколько можно узко воспринимать? Ну, это не, я никак не обесцениваю детское восприятие ни в чем. Я просто про то, что насколько наше восприятие может быть узким. Вот, оно матрица, это вам будет подкидывать и эту иллюзию вам поддерживать. Ему приносило, и он верил, что Дед Мороз существует. Я потом где-то в 16 лет его спрашиваю. Ну, я там про здесь сейчас, там как-то его пытался там раньше чуть раскачивать, а потом где-то в 16 лет я такой уже раз, и вроде там коннект такой пошел. Говорю: слушай, ты же верил в Деда Мороза? Он говорит: ну да. Говорю: а, ну а как ты понял, что его нет?
Он говорит, ну сначала, говорит, родственница какая-то пришла, что-то как-то неоднозначно выразилась там про Деда Мороза. Ну, я так, типа, что-то заподозрил. Вот, а потом, ну, сам осознал, что Деда Мороза не существует. Вот, так вот для вас, может быть, сейчас это, знаете, ну, так метафорично, я как эта родственница для кого-то, что так, ну, то типа заподозрить, может, оно действительно так, вот это моя жизнь, которую я считал, что она моя, что вот это в действительности, вот эти проблемы у меня есть в этой жизни, вот эти все препятствия, вот это все там конфликты какие-то, что это в действительности, вот может, этого действительно не существует, как вот метафора с этим Дедом Морозом. Может, это просто иллюзия была, а матрица просто это так, ну, так просто мастерски, гениально, ну, так это подсвечивало, прям, что тело, знаете, как это в кино, 3D есть, там 4DX есть, а есть там 6D, ну, такие, типа, там, пристегиваешься, и там шатает, там, брызгает, и стучит по спине, вот, там, по ногам, там, типа, мыши, там, или что-то еще такое. Понимаете, то есть вы когда в такое заходите, в такую капсулу, вот, и там визуал еще идет, и у вас еще тело включается, то в какие-то моменты я себя ловил на мысли, когда там типа такое резкое падение, вот, что такое, такое так, типа, как я падаю, а потом я осознаю, что я же не падаю, я сижу на кресле, пришел в кино, вот, но когда вы вот так вот все включено, то есть в этом вашем аватаре, вот, то и прям тело включается, и вам визуал весь этот показывает, и вам люди прям подсвечивают, и начинают вам подыгрывать, конфликтовать с вами. Вот, то тут не поверите, ну, действительно трудно. Но иначе бы это был бы, ну, не такой прикольный квест. Вот, если бы это было так, типа, бутафорная такая, прямо совсем видно. То есть это прям так, что тело ваше, понимаете, реагирует, прям тело реагирует. Ну вот, ну это поэтому то, что я говорил, возможно, для кого-то пусть это будет как вот эта родственница условно, которая так немножко сказала про этого Деда Мороза, может там он есть, может нет, вот хотя бы пусть так будет, вот, но для кого вы сейчас осознали, тогда вы можете что понять вообще, если вы осознаете, что вот эта вся иллюзия, вот эти проблемы все и все остальное препятствия только находятся в иллюзии, а в действительности этого нет, вот этот момент. Есть ли смысл исправлять иллюзию? Сейчас вот дайте ответ. Ну, прям осознайте. Есть ли смысл исправлять что-то в иллюзии? Сначала тут строить действительно, смотрите, нужно пока убираем. Нужду тоже убираем. Пока нам хотя бы выйти, для начала выйти. Потом, как будто сотворять, это уже следующий этап после середины будет. Давайте сейчас пока начнем отождествляться. То есть вот этот вопрос, что нет смысла исправлять то, чего нет. Это просто неэффективно. Вот. Что тогда эффективно в этом случае? Давайте сейчас проверим. Я и наблюдатель соединяю. Сейчас вот. Сейчас поняли, что вот иллюзия пока вот ее в сторону со всеми этими представлениями. О себе, о других, о том, что они думают о вас, о своей истории, как теперь историю свою воспринимать. Интересный вопрос. Но с этой историей, этот момент, все четко, этот момент, дыхание. И ну, вот, прям наблюдайте действительность, в которой вы находитесь, вот события, вот, ну, прям комната или где вы там есть. Навидите резкость. И сейчас, не думая, не представляя, вот там, где вы закладывали намерение свое, чувствуете, это вот сейчас почувствуете его вот там вот ваше намерение. Что вы можете сейчас сказать о своем намерении? Не думая, не доставая сейчас на кино. Не включая его в кино, а просто в этом моменте. Напишите, пожалуйста, в чате. Это самое важное. Не думая и не сопоставляя со своей историей. Просто этот момент. Ну, что-то оно уже реализовано частично, пишет Алла. Я уже это делаю. Все уже есть. Сейчас и здесь.
Мое намерение верно. Уже есть. Намер уже сдействовался. Намерение классное. Уже есть. Чувствую его, оно уже есть. Я могу проявить его. Ну, кто там не пишет, так может сомневаетесь, там, если такие какие-то там встретить, у вас там представления какие-то. Да что же встреча была в кино, понимаете? То есть у вас там был образ. Встреча ж, вы там увидите там в течение ретрита, что эта встреча, это она есть, в действительности, понимаете? То есть это в событийности, когда это произойдет. Это, то есть время и пространство в действительности, оно все время есть. То есть, когда эта точка встречи произойдет, это другой вопрос. Но в действительности это есть. Состояние, что уже есть. Поэтому вот, смотрите, намерения ваши истинные в действительности реализованы. Не реализованы они только в иллюзии. Вот. И ретрит, эффективность ретрита заключается в том, чтобы выгрузить иллюзию. Чтобы выгрузить иллюзию, начиная там с клеточек, с нервной системы, с реакций эмоциональных, с представлений. Вот, и потом там каузальный, событийный план. Вот, еще там будхи, более тонкий план. Вот эти планы тонкие, уже в следующем эфире будем знакомиться с ними. Вот, что, то есть, как этот аватар устроен, как этот кинотеатр, где тут программы, как выгружать программы, потому что в действительности ваше намерение реализовано. На мире, в действительности, вашего состояния умиротворения, чувство покоя, дома и ну, счастье. Счастье это как сейчас и есть. Это базовое состояние вашего существа, моего, всех существ. Базовое состояние. Вот это все другое, страдание, это все на поверхности аватара. Вот это и есть иллюзия. Пападжи так говорил. Дети мои, проснитесь, страдания не существует. Вот это был сон. Прямо вот так вот, понимаете? Это был сон. Страдания не существует. Счастье, покой, умиротворение – это базовое состояние души, сути. Вот. Поэтому нам необходимо просто будет очищать от иллюзии, которые нет смысла исправлять. Это как вы пришли, ну, так скажем, грубо сказать, какое-то дерьмовое кино. У кого-то, может, не дерьмовое. Иногда бывает, типа, классное кино, но все кино, все равно кино. Вот, ну, вы пришли и такие, а вдруг там что-то сейчас покажут, все-таки интересно. А вдруг что? Давай досмотрю до конца. И тут вам необходимо вот это намерение. Нет. Все. Жить здесь и сейчас на полную. Вот свою жизнь. Не кино смотреть. В этих сценариях, в личности, которая в матрице. Вот это как синяя или красная таблетка. Понимаете? И этого выбора нет у вас. Нет, вы уже здесь. Вы уже вы этот выбор, как бы выходя на этот ретрит. Это был даже не выбор, это просто отклик вашей души. Вы уже здесь. Все. Значит, то есть, ну, нет смысла досматривать. Нет смысла досматривать это кино. Пытаться там что-то в кино исправить. Нет смысла исправлять иллюзию. Мы просто ее выгружаем. Вот это вот я хотел, вот этот, сколько тут, 1,5 часа. Вот этой части вступительной, в принципе, об этом было. В чем эффективность ретрита заключается? В том, что мы не исправляем то, чего нет. Вот. Мы убираем, как очищаем сознание от ложного, от иллюзии, для того, чтобы проявилась истинная, которую сейчас, ну, многие написали, что намерение в действительности вот уже есть. То есть оно уже, ну, даже многие могут сказать, что в действительности оно реализовано. Вот. Но тут все равно это вы не можете. Я ретрит иногда еще так, как метафора говорю, это станция техобслуживания аватаров. Прилетели на станцию космическую, аватар свой раз, ну, не разбирались раньше. Хорошо, можете тут мне подсказать, как тут убрать это все, вот, и прийти, начать этим управлять. Все, то есть вот так вот. Вот. И, в принципе, ваши намерения, они все из истинного идут. Может, они там чуть очистятся, более яснее станут, вот, но они идут как из сути. Вот, и теперь задача чего? Почему намерения? Берите по максимуму. То есть вам необходимо высвободить свой аватар для того, чтобы это реализовать. Я потом буквицу буду, пример там приводить. Там азы, аз, первая буквица, аз. Аз есть Бог, сотворяющий на земле. Нерожденный в грехе,
который надо теперь все время исправлять что-то. Понимаете, в иллюзию, как вы попали. То есть теперь надо исправлять что-то постоянно. Вот, и почему тогда нам надо в иллюзии все время исправляться, вот, как-то улучшаться. Вот, и мы не можем до конца там прийти к целостному состоянию, потому что это в иллюзии находится. Вот, а в буквице это прям славянская суть, которая тут на этой территории. Аз уже рождается совершенный. Совершенно. Ему не надо ни с кем быть похожим, ни с кем конкурировать или это просто суть, которая дальше просто развивается и проявляется. Вот. Но теперь нам необходимо вот этот аватар. Ну, тут вы на станции этой техобслуживания условно вы можете как там начать, а дальше уже просто осознавать, вот, что вот неограниченного. Вы не можете даже не то, что неограниченного. Не можете понять, какие ваши способности до конца. Вот. И постепенно, постепенно вы просто расширяете свои способности. Вот. И свою суть, и свою гениальность, и свое предназначение вы, ну, все более и более проявляете. Так, хорошо. Значит, задание после сегодняшнего эфира. Простое будет. Просто быть наблюдателем. Вот, тренируем просто быть наблюдателем. А, и сброшу вам еще задание «Черная точка». Там Ира когда-то давно записывала такое. Там я напишу бонусный эфир, бонусное задание. «Черная точка». Значит, «Черная точка», она тренирует концентрацию вашу. Вот, и, чтобы у вас был мотив, понимание, для чего вы делаете «Черную точку». Начинайте с минуты. Там Ира объясняет, как. Вот, то есть держите на черной точке концентрацию. Вот и ум там, когда начинает там где-то показывать какое-то кино, вы обратно собираете в черную точку. Там начинают какие-то визуализации, что-то еще, вы соединяете в черную точку. Начинайте с минуты, там можете чуть больше, больше, больше. Это нарабатывает концентрацию ну, в вашем интеллекте. Вот, и вы эту концентрацию дальше у вас наработана будет, чтобы удерживать внимание в настоящем моменте. Понятно, да? То есть в действительности. То есть наработать навык, потому что так внимание все время разбросано и прыгает по объектам. Вот, чтобы просто это тренировка, то есть наработка навыка. Навык был разбрасывать внимание. Наработка навыка, он просто нарабатывается. Делайте черную точку, он нарабатывается. Значит, задание. Присутствовать в настоящем и делать черную точку. Значит, следующая встреча у нас в среду в 8 утра. Вот ангел к вам постучится, я думаю, до среды уже. Можете этот эфир пересмотреть. В принципе, до следующего ретрита можно еще влететь в ретрит. Вы можете поделиться. В принципе, вот этот эфир, можем его даже в открытом доступе сделать, вот этот именно эфир. И вы можете поделиться с кем-то, кто чувствуете отклик, прям резонирует у вас. Ну, неважно. Откликнется, не откликнется, это его ответственность. Да, ответственность, кстати. У каждого своя ответственность здесь в ретрите. У меня ответственность, ну, быть на своем месте и давать все, что я могу дать. У ангелов своя ответственность дать и быть на своем месте, что они могут дать. А ваша ответственность быть на своем месте и взять, и реализовать то, что вы можете реализовать. Поэтому вы не перекладываете ответственность ни на ангелов, ни на меня, ни на ретрит. То есть ваше стопроцентное тоже участие в ретрите. То есть ретрит вас не сможет за ручку взять и вести. Вот, ну, там ангел сможет немного там вас, как бы, если что, выдергивать. Но вам самим необходимо намерение, чтобы у вас намерение было. Да, хорошо, друзья, благодарю. Хорошо, пошло, мне самому понравилось. Так как-то еще более какие-то пазлы ясные такие начали раскрываться. Все, друзья, до встречи. Пожалуйста, пишите в чат. В чате делитесь осознаниями, озарениями. Даже вот по поводу этого эфира можете поделиться. Кружочки можете записывать. Уже поддерживайте чат. И заданиями, то есть ответами на задания. Как у вас присутствие в настоящем? Помните, не могу, не получается, не понимаю, не знаю, просто не используем. Все, до скорых встреч. Пока. В чате, встречаемся в чате.